Так, ну вот отрезал я лист гипсокартона. Пометил, где у меня идут профиля металлические от инсталляции. То есть я в них тоже буду вкручивать саморез. И где идут профиля вот эти вот обычные от гипсокартона. То есть гипсокартон вкручиваю на инсталляции вот на такие вот саморезы со сверлом. Они хорошо вкручиваются легко. То есть вот так вот это будет. Ну вот именно вот в этот металл сам инсталляции. Ну а обычные саморезы прокручиваю. Главное тут не попасть вот сюда вот в сам бачок инсталляции, чтобы не проткнуть. То есть почему я отчерчиваю, чтобы точно было. Ну и тут все размеры. Ну, выходы на эти так. Ну и потом здесь не забыть установить крепежи вот эти. Для унитаза. Так, сейчас эту прикручу, потом сюда прикручу, и здесь еще у нас будет двойная розетка, надо будет сюда еще стаканы будут ставить. Их, кстати, у меня нету, их придется еще в магазине купить. Так, ну и потом вот сверху лист. Так, продолжаем. Прикрутил лист гипсокартона сбоку, обрезал его под трубы. Дальше у нас начал выставлять вот эту стенку. Использовал также профиль 27 на 28, то есть к вот этому профилю, который вот он идет, я сюда прикрутил также профиль 27 на 28, только в эту сторону ребрами. Потом получается от него, и он у нас идет вот до сюда, то есть вот сюда вот прикручивается лист гипсокартона. Смотрим, опять же, почему до сюда. Берем угольник, выставляем. То есть у нас вот угол еще вот здесь. То есть углы-то должны быть также ровные везде. Как здесь, так и здесь. То есть это тоже нужно учитывать. Вот. Теперь берем, то есть вот этот угол, я не знаю сколько здесь. То есть мы его берем вот от этого угла. То есть получается вот отсюда. Вот мы его выставляем. Вот это получается вот по вот этому углу сюда профиль кинули. До него кинули вот этот профиль. Прикрутили. От этого профиля пошел также профиль 27 на 28 до верха, и вверху по разорному уровню, то есть вот это вот по разору профиль выставлен, и прикрутил состыковку на 60 на 27. Там потом сверху я запеню там, потому что, честно говоря, забиваться там некуда. Вот это вот, ну, кто знает, кто делает, то в пене, то в какой-то хрени, короче, дюбель не идет, или идет, но там пустоты, короче, там смысла нет даже ничего прибивать профиль к самому потолку. Просто можно вот соединить такие усилители с одной стороны, с другой стороны, и потом просто край пропенить. Это нормально, и тем более у меня еще, видите, по трубе прям только прикрутить лист гипсокартона. Вот сюда профиль прикручу, просто придется в трубу профили сделать, то есть ребра жесткости его придется вот так вот срезать под трубу, и все. И он вот так же вот прикрутится там. Так, потом у нас еще будет вот здесь вот потом стенка, так вот, из гипсокартона. То есть мне надо для нее еще тоже побольше профилей вот таких вот к вот этой стене прикрутить. Сейчас дальше покажу. Не знаю, понял, что нет. Кто что понял, что я объяснил. Итак, когда профиль пропеним, далее пену срезал, прикрутим с одной стороны лист гипсокартона, и сейчас буду прикручивать сюда лист гипсокартона. Но нужно еще, смотрите, не попасть вот сюда, вот, вот в эту трубу, если она вот идет. То есть у нас же здесь еще профиль потом будет вот так вот
стенку крепить. То есть надо заметить, что у нас вот здесь вот не попасть в трубу. То есть где труба, короче, я расшинтил, чтобы и подорожники потом, когда будут крепить, потолки не влетели в нее. И вот я сейчас когда буду прикручивать гипсокартон. Так, ну и вот так вот сейчас мы его заводить. Так вот у нас встанет он. И вот здесь еще дверца будет сантехническая, обычная, сантехнический лючок, пластиковый, белый. То есть здесь никакой ремонт, какой-то элитный, обычный ремонт на стой. Вырезать надо блок и можно прикручивать. Итак, сделал отверстие. Под сантехнический люк 20 на 30. Так, и теперь такой же люк будет еще вот здесь у нас. Это чтобы можно было посмотреть, ну, вот в инсталляции, там, в канализационные трубы, потому что тут доступа не будет никакого, здесь будет плитка. И вот чтобы хотя бы можно было посмотреть, вдруг там вода какая-то где-то стоит, то здесь тоже будет люк сантехнический. Но, скорее всего, сделаю его вот так же вот отсюда. Так, и смотрите, вот так как у нас геометрия вот так вот идет, то и мы отмерять будем вот отсюда, от этого края. То есть край люка вот здесь вот надо ровно сделать. Не от вот этой стены, потому что эта стена может быть там под углом как-то уходить. Все именно отсюда. Так, ну и вот сделали отверстие под сантехнический люк. И сейчас тут будет, ну, хорошо все видно у нас. Так, ну и все, теперь сейчас прибиваем, то есть прикручиваем сюда профиля и сделаем тут стенку еще. Так, ну и сейчас, чтобы выставить вот здесь вот профиль, лазером отбиваю, как будет у нас стенка. Вот это у нас отбил, то есть я смотрю еще вот по вот этим, ну вот, чтобы луч, да, вот здесь вот по трубе еще от вот этих вот выходов. Нужно сделать так, чтобы вот сейчас, допустим, это будет профиль, гипсокартон, плитка, то есть чтобы у нас не перекрыло, ну, дальше-то не вышло, а потом полотенцесушитель там, как будем прикручивать сюда, то есть даже надо сейчас еще сильнее, то есть похоже вот прям по краям трубы будет профиль идти. Потому что от него еще потом гипсокартон кусок толщиной там, да, 12 миллиметров, плюс еще плитка, то есть клей. Итак, закрепили профиля на потолке профиль. Так, теперь также профиль 27 на 28 здесь подрезал, чтобы стало все. Да. Заводим, все вставляем. Все, вот у нас готовая стенка брови. Ну и потом здесь еще будет одна, один, наверное, профиль поперек, ну, вертикально, для того, чтобы усилить просто саму стенку.
Ну и так вот, друзья, конечный наш результат. Вот так вот получилось. Такой вот у нас короб получился из гипсокартона. Ну, вот полотенчик будет. То есть вот смотрите, у нас плитка будет наклеена. И тут еще как раз места хватит для того, чтобы между полотенчиком был зазор и стеной. Два лючка скрытых. Это пластиковые, как я уже говорил, лючки будут обычно. Тут можно все посмотреть. И там можно посмотреть. Ну и вот теперь у нас тут должно как раз расстояние получиться с плиткой 60 сантиметров. Вот между ванной и вот когда плитка наклеится, чтобы 60 где-то сантиметров, чтобы мойка встала. Я сейчас еще промерю на всякий случай. Ну, в общем-то, как-то так. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания. Thank you.